Добрый день, дорогие друзья, дорогие наши подписчики. Вас приветствует из солнечной Алании компания Arbat Homes. Я ведущая нашего YouTube-канала Татьяна Пекер. Сегодняшний выпуск для любителей района Тосмур. Это очень тихий, очень спокойный район, но с замечательной городской инфраструктурой. Здесь есть все для вашего комфорта. Буквально 2 минуты спускаетесь вниз от комплекса, и основная улица Тосмура, все магазины работают для вас. Смотрим мы с вами сегодня квартиру 2+1. На 5-м этаже, сразу скажу, стоимость 74 тысячи евро. Квартира вот такая, потому что есть очень красивый вид на море. Если вы визуалы, то это предложение вас заинтересует. Нахожусь я сейчас на парковке. Пару слов буквально об инфраструктуре комплекса. Парковка, есть открытый плавательный бассейн с детской секцией, красивая зеленая ухоженная территория. Есть также специальное место, куда вы можете парковать свои мотоциклы и велосипеды. Есть генератор на случай отключения электроэнергии и КПДЖ. Это управляющий комплекса, который поможет вам во всех вопросах. Дорогие мои, 74 тысячи евро. Я жду вас на 5-м этаже для обзора. Наконец-то сняла свои туфли-убийцы. Кто придумал стилет-то? Ребятушки, сегодня какая красивая квартира. 2+1, 100 квадратных метров, 74 тысячи евро с красивым видом на море. По традиции начинаем обзор с холла. Холл просторный. Сюда идем. Идем. Тут у нас ниша просторная. Что тут написано? Калифорния. Из Калифорнии были хозяева. В нишу устанавливаем обязательно шкаф. Дальше смотрим. Это у нас гостевой санузел. Пойдем, пойдем, пойдем. Все абсолютно есть. Площадь позволяет. Бывают такие тесные ванные и просто даже вытираться неудобно. Душевая кабина присутствует, сантехника присутствует. И здесь есть змеевикак, помоги мне. Сушка электрическая для полотенец. Полотенце. Да, вот. Это у нас здесь тоже есть. С правой стороны от меня гостевая спальня. Ничего лишнего абсолютно здесь нет. Все только то, что нам нужно. Текстиль весь новый, даже вот здесь этикетка English Home. Окна выходят на запад. Меня очень поразила, конечно же, гостиная. Гостиная разделена на 2 зоны. Я как дама, конечно, сразу обращаю внимание на кухню. Посмотрите. Посмотрите на эту красоту. Как же это удобно. Приготовил, поставил. Посмотри, какие горы. Окна выходят на запад. Очень понравился мне кухонный гарнитур. Цвета красивого, качества хорошего. Вся посуда, включая тарелки, ложки, вилки, бытовая техника, мебель. Все у нас в стоимость включено. Смотрим здесь. Также обеденная зона на 6 персон. Очень-очень-очень комфортно. И еще одно окно. Далее. Вот это, конечно, фишка. Вот это, конечно, фишка. В углу мы сразу видим телевизор. Смотрим, что у нас тут. Вид. На все остальное в этой квартире мебель, технику можете внимание не обращать. Кондиционер имеется. В квартире прохладненько. Мой любимый угловой диван и очень прекрасная зона, конечно, отдыха от зоны кухонной у нас разделена. И имеется выход у нас также на балкон. Я на балкон выходить сейчас не буду. Я оставлю это уже напоследок, потому что это и есть самое-самое главное. Изюминка этой квартиры. Очень красиво. Давайте мы с вами посмотрим сейчас родительскую спальню. Там есть свой санузел, а также балкон с выходом на море. Позвонил хозяин квартиры, сказал, чтобы мы побыстрее заканчивали съемку. Будет просмотр с клиентами. Поэтому, дорогие мои, это уже сигнал вам, скорее, чтобы писать по номеру телефона на экране, списываться с нашими менеджерами и оставлять залог за эту квартиру. С левой стороны от меня у нас санузел для родителей, а это именно сама родительская спальня. Здесь нет ничего особенного, много света, потому что это южная сторона. Двуспальная кровать, 2 прикроватных тумбочки, просторный платяной шкаф, симпатичные такие модные
картины. Мне понравилось также точечное освещение. И вот также особенностью этой комнаты является у нас балкон. Балкон, который выходит куда? На море. Балкон небольшой, можно его использовать как технический балкон. Вы видите, здесь у нас есть сушка и небольшой стол. Можете застеклить, но когда у вас перед глазами, напротив вас такая красота, наверное, остекление будет только мешать. Я вас жду на главном балконе. Будем обобщать всю информацию, которую я вам сказала. Будем наслаждаться этим видом на море и на горы. Пойдемте, пойдемте скорее со мной. А вот и наша изюминка. Это сюрприз для вас. Посмотрите, посмотрите, оцените, какая красота. Утром, днем, вечером для вас. И море, и горы. Это у нас юго-запад. Дорогие мои, хочу подвести итоги нашего сегодняшнего выпуска. Комплекс был сдан в эксплуатацию в 2005 году. Квартира расположена на 5-м этаже. Окна выходят на юг и на запад с видом на море и на горы. Ставлю жирный восклицательный знак. Квартира 2+1, 100 квадратных метров. Дом состоит из одного блока. Это район Тосмур, который располагается между районом Оба и Кестель. Расстояние до моря 400 метров и всего 2 минуты. Вам нужно пройти до всех сетевых и частных маркетов, где вы можете приобрести все-все-все для вашей жизни. Айдат у нас составляет 100 лир, потому что в комплексе есть небольшая, но основная инфраструктура – это парковка, это бассейн, открытый с детской секцией, это генератор и красивая ухоженная территория. Позвоните по телефону на экране, пишите на WhatsApp, на Viber. 74 тысячи евро, 2+1 с видом на море. И с вами я на сегодня прощаюсь. Пока-пока.